Карагандинской областной библиотеке передали раритетные экземпляры книг на казахском языке, написанные латинской графикой. Выпущенные в конце 30-х годов 4 издания со стихами Абая Кунанбаева, произведениями Джека Лондона, Николая Островского и казахский эпос «Батырлар» хранились в частной библиотеке. У каждой книги уникальная история, а теперь их планируют отреставрировать. Когда началась война, я был школьником. Нам сказали все книги на латинице погрузить в машину, и их куда-то должны были увезти. Но мы с мальчишками воспользовались моментом и набрали по несколько штук себе. Я взял 6 книг и вот хранил всю жизнь. Иногда перечитывал их.